Основной темой заседания регионального парламента стал проект изменений в закон о областном бюджете на текущий год и на плановый период ближайших 2 лет. Прежде всего, речь идет о дополнительном финансировании по линии здравоохранения, добавить на зарплаты бюджетников, а также на развитие транспортной инфраструктуры. Сумма безвозмездных поступлений в региональную казну из федерального бюджета более чем на 500 000 000 рублей. Основная часть этих средств пойдет на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. А вместе с этим дети-инвалиды смогут дополнительно получить специализированные продукты лечебного питания. С 1 мая этого года будут увеличены расходы и на оплату труда работников бюджетной сферы. В связи с тем, что поднялся МРОТ, работникам бюджетной сферы зарплаты должны быть доведены до уровня минимального размера оплаты труда в Российской Федерации. Уже принят законопроект на федеральном уровне, то есть мы понимаем, сколько мы денег получим в ближайшее время. Расходы областного бюджета будут увеличены и в части развития метрополитена. Дополнительные средства поступят на продление линии от станции Московская до станции Стрелка. Депутаты также в первом чтении приняли изменения в закон об эвакуации автомобилей и перемещении их на штрафстоянки. Поправки прежде всего коснулись четкого перечня специализированных организаций на этом рынке, а также требований к спецтранспорту и эвакуаторщиков. Они должны быть с точки зрения новых изменений оборудованы обязательно системой ГЛОНАСС. Они должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения, да, то чтобы видеофиксаторы для того, чтобы можно было всегда посмотреть, при каких обстоятельствах эвакуирован автомобиль. Также, чтобы можно было определить в онлайн-режиме, где сейчас находится эвакуатор. Граждан, которые своевременно оплачивают штрафы по эвакуации, предполагается стимулировать. Речь идет о денежных скидках при вызволении своего автомобиля. Утверждено и повышение налогов для букмекерских контор и тотализаторов, что позволит привлечь в областной бюджет дополнительные средства. В конце заседания было решено поддержать постановление о досрочном прекращении полномочий 2 депутатов законодательного собрания – Олега Сорокина и его сына Никиты. Оба они написали соответствующие заявления. Напомним, Олег Сорокин сейчас находится в следственном изоляторе. Бывший глава Нижнего Новгорода обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. До выборы по участку, где избирался Олег Сорокин, пройдут в единый день голосования – 9 сентября. А вот место Никиты Сорокина перейдет, согласно партийному списку ЛДПР, другому члену партии. Сергей Щеплягин, Алексей Захряпин, Александр Фомин. Объективно, ННТВ.